оба партнера должны быть равноценными. Потому что от женщины зависит своя часть быта, от мужчины своя часть. Без женщины мужчина не может полноценно вести хозяйство. Без мужчины женщина не может полноценно вести хозяйство, если мы говорим о полноценном хозяйстве. То есть это не кран водопроводный открыли, и спичку зажгли, газ, да, у нас все загорело. А вот полноценное хозяйство, где у нас дом, пусть со всеми удобствами, но это дом. Эти удобства кому-то надо обслуживать. Это земля, за которой надо ухаживать. Это дети, которых надо воспитывать. Кстати, это раньше было обязательное... обязанность главы семьи мужчины. Женщина обихаживала детей, а мужчина воспитывал и девочек, и мальчиков. Воспитание на плечах отца семейства всегда лежало. Да, сейчас все наоборот. Отца да, семейства? Конечно. Все... Почему? Потому что женщина не была выездная в свет. Она дома была. А мужчина, он вел всяческие тяжбы, дела, он торговал, он выезжал куда-то там в город и еще. Он знал, как. И своих детей он потом должен был выпустить в свет, не боясь за их правильное поведение, как девочек, так и мальчиков, в новую жизнь. Он должен был воспитывать и девочек, и мальчиков в ключе принятом. А женщина чего? Она вот в хозяйстве была. Она не шлялась, где попала, не наблюдала жизнь.